Пойдем домой греться. Пойдем. Потянулись, прыгнули. Пока кота нет. Пошли, как тут тепло. Не, не туда. Вход рядом. Вот. Хочешь, заходи. Хочешь, заходи. Вот. Мы с тобой так по-босяцки. Пробуй. Нам мы вот так лапки погреть. Эй, ты куда? А почему бы тут и не остаться, да? А почему бы, скажи, тут и не остаться? Да, сладкий мой. Все у нас стирается, моется. Еды нет, она еще только он. Да-да-да, она вот здесь, но это нельзя пока. Это нельзя, ты хитрая девочка. Нельзя. Это нельзя. Ты еще пока не готова. Ничего не готова. И это еще не готово. Ужин будет чуть позже. Куда хочешь сходить? Пойдем. Пойдем еще тут посмотрим, что. Пойдем. О, кошка в зеркале. Можем вот здесь с тобой выйти. Хочешь? Пойдем здесь. Пойдем тут. Там зашли, тут вышли. Красота. Ага, скажи, сейчас прям. Ты скажи, можешь выходить где хочешь, а мне и тут неплохо. Вот тут надо выходить. Что там такое? Во все стекла тыкается эта кошка. Пойдем. Пойдем. Пойдем гулять. Ой, сейчас тебя дверью, подожди, осторожно. Что, остаешься? Вот бы было здорово. Лежишь такой на диване. А рядом гепард мурчащий лежит. Да. Эй, лопата моя. Чем там пахнет? Тут будешь? Гердуська. Ты мой сладкий. Гепардульчику мой. Красотульчика мой. Ты моя девочка сладкая. Ты тут будешь на ковре жить? Как же тебе все интересно. Как же запахи совсем другие. Солнце мое. Ой, красавица. Ой, красавица. Мы все же пойдем искать. Пойдем. Пойдем, где твой братец? Пойдем его искать. Все это там у нее в стекле отражается. В зеркале отражается. Какая прелесть, да? Какая прелесть. Ага, а там что? Ну зайди, посмотри там что. Мышкой пахнет. Все мышкой пахнет. Боже, какая же ты невероятная кошка. Все это ей интересно. Ну, эти мои сладкие. Все, пойдем мышку искать, да? Пойдем братика твоего искать. Пойдем, пойдем, пойдем. Ой, ну как цветочку вашу наступила.
осторожно.